استاذ بعد ما حاولوا يقتحموا البناء الجديد، فات اول مجموعه استشهد واحد فيها. Был убит молодой солдат, его тело оказалось в неглубоком завале. Мы несколько раз пытались вытащить убитого, но тщетно. Вся территория простреливалась снайпером, который не давал нам выйти из БМП. При попытке вытащить тело был убит еще один рядовой сирийской армии. Я решил, что бросать тела погибших мы не можем. С помощью железного крюка втащили тело второго солдата. Надежды на то, чтобы втащить тело первого солдата, у нас не оставалось. До убитого надо было добраться, разгрести кирпичи и донести труп до БМП. Снайпер использовал труп солдата как приманку. Мы находились в отчаянной ситуации. И вдруг я представил себя на месте убитого парня. Неужели бы меня бросили, не похоронили бы мои родственники, а моя мать не получила бы возможность поцеловать в последний раз родные глаза? У солдата, отдавшего жизнь за родину, должна быть могила. Я открыл дверь БМП и, помолившись Богу, кинулся бежать в сторону тела, которое уже успело окоченеть. Снайпер начал много стрелять, пули били рядом, повсюду, и я не знаю, как получилось так, что он не попал.